Ребята, всем привет, с вами, как всегда, Артём, и сегодня новый влог. Не знаю, что сегодня будет интересно, может быть, что-то покажу вам. Блин, у меня сзади, посмотрите на мои сиденья. Просто я сложил сиденье из-за того, что у нас выключили свет, потому что сгорело ТП. Вот, и не будет света примерно где-то неделю. Поэтому пришлось вести генератор. Генератор большой, пришлось сложить заднее сиденье. А сейчас вот эта перегородка, которая соединяет заднее сиденье и багажник, она просто болтается и просто все гремит. Сейчас я еду на физкультуру, друзья, может быть, что-нибудь сниму. Честно, если говорить по правде, то вообще сильного настроения нету, дождливые дни, это, блин, просто кошмар. Если вам нравятся такие влоги и вы хотите, чтобы они выходили каждый день, то обязательно ставьте большие пальцы вверх под этим видео, друзья, и не забывайте подписываться на мой канал. Также, друзья, пишите в комментариях, что мне исправлять, потому что я влоги, по сути, мало делаю, и если есть какие-то ошибки, минусы, которые вы хотите, чтобы я исправил, то пишите об этом в комментариях. Все, друзья, а я еду. Смотрите, просто как красота на небе, красиво. Так, все красиво. Все, друзья, еду на физкультуру. Хорошее начало утра. Начало прям вот с такой жесткой пробки. И походу я еще опоздаю. Времени осталось просто мне 15 минут до моей физкультуры, до начала физкультуры. А тут еще пробка, в которой, наверное, минут 20 буду стоять. Наверное, сейчас как-нибудь попытаюсь объехать. Наверное, смогу. Прикольно, из одной пробки просто в другую. Я, походу, до физры никогда не доеду. Ладно, буду снимать. Вот. Да. Тот момент, когда получили автоматом зачет по физре. Что делаем? Влад. Лиза. Что это? Что ты делаешь? Никита. Я так подумал, у меня есть видео с моей группой в Питере, а нету с моей группой в Сочи. У меня, знаешь, уже сколько таких видео набралось? Каких? Вот таких вот непонятных. У-у-у, Лиза, пиарь свой Инстаграм. Ой, подписывайтесь на меня, Дорошенко Лиза. У меня очень интересный Инстаграм. Нет. Посмотрите, какой. Отпишитесь от меня. Вот меня так, да ладно, люди отписываются в последнее время. Отписываются? Да. Это все потому, что я в медиа-центре. Алена, привет. По-любому. У меня нету света, поэтому у меня работает генератор. Сейчас мы генератор выключим, заправим его и снова включим. Все, выключен. Сейчас давайте включим свет. Так. Блин, света ж нету. Блин, что за фигня? Так, давайте включим тогда фонарик. Так, сколько у меня здесь? Так. Четверть бака. А все интересное только начинается. Оказывается, аккумулятор у этого сдохший, у генератора. И все время, когда отец его заправлял, он его заряжал от машины. Сейчас я тоже заряжу. Ох ты, какая горячая. Ох ты. Так, иди сюда. Так, давайте проверим плюсы и минусы. Так. Это плюс, минус к минусу. Итак, вот завелась моя машинка. Все сейчас тут прикуривается. Так, сейчас чуть-чуть поработает. Чуть-чуть поработает, и надо будет попробовать завести. Не-а, не хочет. Оп. Так, здесь у нас все выдвинулось. Я сделал, в принципе, все. Генератор завел, поехал на учебу. Время 4
17, я поехал на учебу. Потом, кстати, буду отмечать первый свой зачет. Это физкультура. Так, сейчас проедем тут. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Ваши лайки — это мотивация для меня, чтобы я делал чаще влоги, чтобы канал развивался. На канале уже 3700 подписчиков. Надо уже добить до 5000. Я уже просто очень хочу, чтобы на нем было 5000 подписчиков, потом 10 и по возрастающей, друзья. Потому что влоги, в принципе, это то, с чего я начинал на своем основном канале. Но пришлось, не знаю почему, но захотелось потом перейти на игры. Сейчас как-то хочется больше, ну, жизненных видео. Потому что интересно, допустим, смотреть видео мне самому просто с Питера, вспоминать какие-то моменты прикольные. Вот я недавно пересмотрел все видео на канале своем. Блин, ну это круто было что-то вспоминать. Вот, а в контру играешь, но как-то ничего вспоминать не хочется как-то. Ну так себе. Вот, друзья. Ладно, все, я поехал. Итак, ребята, съездил я уже в универ. Время 5:30. В принципе, уже вот так вот тепло. И не тепло, темно. Уже темно. На улице где-то плюс 10. Ну, в принципе, тепло, но я одел куртку, потому что на улице идет дождь. И сейчас как-то не кайф по дождю ходить в майке. Еду сейчас в пробке, мне надо в город. Мы едем в кафешку отмечать первый зачет. Да, друзья, это первый зачет. И всегда, ну, в принципе, я его всегда отмечаю. Первый зачет, последний зачет. Ну, также про экзамены. Друзья, всем хорошего вечера, если кто смотрит его вечером. Я сейчас, в принципе, чуть-чуть отдохну и уже поеду домой. И уже буду заканчивать видео. Наконец-то я вернулся. Ну что, ребята, закончился мой день. И такой получился насыщенный. Ну, я надеюсь, насыщенный. Хороший денек сегодня прошел. Автомат по физре. Отдохнул, отметил. Сейчас время 8:43. Уже стемнело. Вот так вот уже темно. Вот, я направляюсь уже домой, уже смысла снимать нету, друзья. С вами был, как всегда, Артем, не забывайте подписываться на мой канал и ставить большие пальцы вверх под этим видео, друзья. Чем больше лайков, тем чаще будут видео. Друзья, увидимся в следующем ролике, до новых встреч, всем пока-пока. Его попал. Остаться человеком здесь шансов так мало. Я заберу суть, иду ко дну. Просто держи меня за...